Добрый день, друзья! Наконец-то я вырвался на океан, путешествовал последние две недели по Канаде, ездил в Канаду на неделю, там пытался ловить, но неудачно. В общем, я ездил специально с детьми, просто по городам, и рыбалка это была так побочная у меня. И на прошлой неделе я уезжал на выходные на озеро Great Secondaga Lake. По идее, там я должен быть ловил судака, но была такая погода, жара, вода была вообще 84 градуса, 25 по Цельсию. Просто рыба совсем не реагировала. Ну, были какие-то поклевки, как бы уходила вся рыба прямо под лодкой. Но не об этом история. Сегодня мы на океане. По идее, друзья, сегодня должен быть хороший день. Сейчас высокая вода будет через 2 часа. То есть самое благоприятное время. Будем пытаться ловить камбалу. Ну и как обычно, может попадем на хороший блиц, блуфиш или страйбесса под конец. Так что не переключайтесь, надеюсь, будет хорошая рыбалка. Тоже кит. Как сорвало кит. Может, и голову он сбросит твоего. Ну что, друзья, подплыли мы к месту, будем ловить, как обычно, на галп, вот такой песочный уголь, sand eel. Здесь его полно, кормовая база для любого хищника, камбала, конечно же, является хищником. Небольшая джиг-головка, друзья. И начинаем джигать, нас несет как раз сейчас прилив. В общем, будем надеяться, что здесь есть, что камбала зашла. Потому что на выходных был приличный ветер. Не знаю, возможно, она могла и отойти. Подсаку обязательно. Мой кипер. Подожди, я его поднимать даже не буду. Хороший. Да, да, да. Чтоб он не дергался. Вот я говорю. Посмотри, какой размер. Тут ты посмотри. Вот видишь, он начинает дергаться. Ого. Он с этого крючка. Он не с крючка, отцепиться. Но мало того, что отцепится. И такой вот красава. 20 лет. Будешь поменьше? Да, я уверен, что там. Друзья, ну, как я и говорил, сегодня будет разрыв. Вы видишь, все. Одну достаешь и... Вот то, что плохо в этой резине, друзья, что она очень и очень рвется. Очень сильно. Ну, словили. Хороший, друзья. Ну, продолжаем.
Это то, что плавает, это и есть этот мох быть. Как его? Я взял с собой капочку всю тоже. Прилично несет, поэтому знаешь. Видишь, как она головой потряскивает. Опа. Но это не. Это не он. Не кипирок. Это нет. Друзья, размеров можно брать 18. А этот парень наверняка меньше. Да, это совсем малыш. Этот малыш. Такой вот малышок. Пусть растет, уходит. Потому что, в принципе, поклевки все вот на фарватере. Там канал, канава, знаешь, и... И не столько травы, а тут травы, конечно. Сейчас достаемся, поедем. Хоп, там... Там, ребята, там. Там, родной. Ну, оп. Спацакай, а как удобно, Юрчик. Но опять малыш. Малышок. Опа. Малыш. Ребята, вот малыш, что я забрызгал камеру. Опять малыш. Черт, заглотил. Прилично. О. Ну вот такой вот парень, но тут явно 14 где-то. Может 15, да. Было бы совсем замечательно. Оп, и есть. И там парень. А ну, Юрчик, сейчас мы его. Так, вроде упирается ничего. Не знаю. Кто там? А ну, я возьму, конечно, сейчас ближе. О, это хороший. Он где-то такой близкий. Ну, я думаю, 17 это так. Опускаем парней тут всех вокруг. Опа. Вот такой. А ну, давай померяем его. Замери. Опа. Порвался морду. Да, нормально. Да. Кипер. Погнали дальше, друзья. Резину сожрали одну. Но у нас вроде запасы есть. Да. У нас хватает, так что продолжаем джигать. Была есть, и это радует. Ты видел, на Ири чувака, рыбака, на месяц посадили в тюрьму. 3 раза нарушил правила. Он, короче, ловил судака утром, лимит брал, уезжал. Вечером возвращался, еще один лимит. И его так 3 раза словили. Тюрьма месяц. Опа. Нам? Юра. Давай.
Держи. Там сейчас у тебя вылетит. Что-то ты мелких ловишь все время, Юрчик. Совершенно мелких. Окей. Там. Нежно, нежно. И небольшая, наверное. Ого, не, большая. Наша. Наша, наша. Не дергайся. Оп. Опа. Это наша. Оп. Погрызла немного. Так хорошо. Хорошо саданул. Ух ты, ух ты, ух ты. Это хороший. Размерный, мэн. Ух, смотри, какая. Ух ты, давай. Yes. О, это она. Это хороший. Я его не первый. А? Зубатая, друзья. Хорошая. Оп. Вот такой он. Смотри. Такой вот друг, а. Ех. А ну дай-ка, у тебя есть померить? Просто положи. Ну, померь его себя. Тринадцать, мэн. Давай. Да? Ну, бросай. Оп, видишь? Заглотил. Держи. Оп. Видишь, тут небольшие. Нам надо уходить туда, я думаю. А, выше опять. Но мы там сразу только забросили. Ну, в принципе, ты прав. Где маленькие, там и большие должны быть. Выбросишь, поехали, Юра? Поехали, поднимемся опять. Там? Да, дай под саку, потому что кипер, по-моему. Да. Да, ребят. Тут явно. Ну. Проглотил. Зараза. Моего угря. Где-то. Да, прямо заглотил мы. Вот такой вот галп.
небольшая джек-головка. И погнали. И погнали дальше. Опа, вот здесь сейчас возьмет сразу. У меня такое предчувствие. Тоже кипер? А ну давай померяем. А ну. Не? Там небольшой. Небольшой. Точно небольшой. Просто чувствую, что небольшой. Оп. Расти. Вот такой, друзья. О, ушел. Оп, смотри, видишь? Оп. И там. Ты видишь, как? Опять малыш. Оп. Опять малыш. Ох. Плыви. Вот к этому местечку, и да, и тут как-то более активно. Но не кипер. Неразмерный. Друзья, неразмерный. Опа. Опа. Так заглотило так. Зубастая, друзья. Ну, настоящий хищник. Друзья, ну что, отловились мы неплохо. Камбала клевала, как я и предполагал, очень активно. Много было небольшой, но свой лимит мы взяли. Было пару больших приличных, там и 20 инчей, 19, пару штук 18. Так что, друзья, если понравилось видео, подписывайтесь на канал. Увидимся на рыбалке. Всем удачи!